В Юргу праздничным концертом завершился конкурс «Мисс и мистер студенческого городка 2019». По его правилам, каждое общежитие предоставляет двоих конкурсантов – парня и девушку. В этом году в финал вышли 11 участников из 7 общежитий. Об уникальности конкурса в 2019 году рассказал директор конкурса Василий Асаула. В этом году было решено объединить этот конкурс и набрать сразу и мальчиков, и девочек, поэтому мы набирали мальчиков из разных стран, разных государств, которые нам приехали. У нас есть ребята из Узбекистана, Казахстана, из других стран. И девочек подбирали мы подходящих, чтобы девочки были фактурные, харизматичные, с талантами, чтобы они тоже были подстать нашим мальчикам. 2 месяца участники боролись за заветный титул и проходили несколько нелегких этапов. Творческие фотосессии, например, с применением фаер-шоу, соревнования в батутном центре, кулинарный этап с приготовлением блюд японской кухни, эксклюзивные визитки, а также финальная ступень – создание своих собственных фильмов, премьера которых состоялась на финальном выступлении участников. Спустя несколько часов зажигательных танцев, песен, сценок и фильмов жюри объявили итоги конкурса. Приз зрительских симпатий получили Ангелина Семенинова и Ярослав Терехин. А победителями конкурса «Мисс и мистер студенческого городка 2019» стали Анастасия Лихватских и Ярослав Терехин. Я вообще не ожидала победы. Я хотела войти в тройку. Я это сделала. Главное, скажу так, я не верила в себе, но скажу так, девчонки, верьте в себя, и у вас все получится. Соперники были наравне, как всегда, почему-то. Я всегда попадаю в такие конкурсы, когда соперники все наравне. И шоу у всех было красивое. Ожидал ли я своей победы? Скорее, да, чем нет. Сами организаторы с теплотой и трепетом относятся к этому конкурсу. Они отмечают, что это мероприятие не только помогает участникам развиваться и показывать себя, но и объединяет весь тот городок нашего университета. Это объединяет. Мы можем вместе сходить и в «Ледовую молнию», и в театр сходить. А может быть, и гитарный вечер, который у нас уже традиционно стали в общежитиях. Самое удивительное, что немного начали отрываться от компьютеров, от ноутбуков, и стало интересно смотреть, сообща в общежитии фильмы, а потом их обсуждать. То есть это здорово. Может, еще какие-то такие объединяющие, которые объединяют всех живущих в единое целое. «Мисс и мистер студгородка» – это ежегодный конкурс в нашем университете. Он объединяет студентов из разных институтов и высших школ, из разных общежитий и даже из разных стран. Каждый год организаторы вместе с участниками готовят такое шоу, чтобы оно надолго осталось в памяти как конкурсантов, так и зрителей.